Здравствуйте, дорогие участники конференции, вебинара. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Да, давно не виделись на самом деле. Хочу отметить в первую очередь замечательную виртуозную работу Михаила Кириченко, который в сжатом режиме нам предоставляет новости. И я считаю, что это дает пространство моим вебинарам, вебинарам Владимира Маслова, но в рамках дозволенного, естественно, без какой-либо сверхъестественной футурологии и так далее. То есть эти вебинары у нас не про данные веяния науки и техники. Эти вебинары у нас просто самые интересные и самые актуальные в проекте SkyWay. Поэтому я хотел бы охватить все самые важные события, которые произошли за эти недели и по которых я лично еще не рассказывал, потому что я считаю, что сейчас на данном этапе все больше и больше у нас с вами нематериальные мотивации для того, чтобы инвестировать становится. И я с радостью на самом деле читаю комментарии, когда люди пишут различные совершенно категории населения и наших инвесторов с различных стран, что они готовы уже сейчас начинать инвестировать в проект Spaceway. Кстати, поставьте плюсики, кто также готов, я поднимаю руку, я в первую очередь готов, потому что... Благодаря этой программе я и присоединился к проекту SkyWay и я вижу вот именно инфраструктуру транспорта над землей, которая составляет, на мой взгляд, потенциал в сотни триллионов долларов. Я имею в виду именно новую отрасль транспорта над землей. Это только начало и у многих компаний, которые только будут появляться на этом рынке, во-первых, они будут уже за нами. А Во-вторых, они будут охватывать какие-то узкие сферы. И я обязательно на следующих вебинарах буду останавливаться на тех или иных компаниях, когда они будут появляться, потому что их будет появляться все больше и больше, как грибы после дождя. Но э, грибы вы понимаете бывают съедобные, несъедобные э, поганки, мухоморы и хорошие грибы, которые можно употреблять в пищу. то же самое со стартапами то же самое и с компаниями. и не все компании вообще выдержат э, натисы э, инвесторов, э, именно крупных инвесторов, потому что юницкому на мой взгляд э, очень сильно повезло как и нас нам с вами повезло э, именно эта синергия, инвестиционные, когда он пользуется именно возможностью поддержки и людей, которые проголосовали рублем за его технологию, а мы, соответственно, здесь не просто смотрим на какой-то совет директоров и больших дядь либо теть, а именно визионера именно идеолога который создает нечто больше чем просто транспорт второго уровня и конечно же я повторюсь вот михаил Кириченко разгружает новостной фон и мои вебинары будут становиться все более идеологически направленные и все более направленные на ассоциацию а что же происходит сегодня вообще в мире в экономике и насколько это соприкасается сейчас с миром Skyway, потому что уже можно даже подать заявку на сайт эко-мира, и это замечательно, потому что вырастет это мощнейшее объединение социальных людей, которое будет влиять на определенные процессы. И те люди, которые уже сейчас влияют на определенные геополитические процессы, на определенные нюансы именно на политическом, на высшем уровне в своей стране. Мы их видели неоднократно на экотехнопарке, но не знали, откуда эти люди. И а, много было тайн, покрытых а, именно какой-то а, завесой а, именно такой инсайд информации сейчас это становится явным. То есть вот слева в углу вы видите картинку, где справа Бапи Даша и Анатолий Эдуардович пожимают друг другу руки. И все это закрутилось после выставки Future Smart Cities в Дубае еще за много-много месяцев до этого. Потому что Основная причина даже почему э, приостановка э, была потом полностью остановка развития э, блокчейн направления с моей стороны, то есть напоминаю всем, что с июня 2018 года э, я прямого отношения к блокчейн направлению для Skyway абсолютно не имею. И также э, все другие участники, которые развивали это направление. И это правильно, потому что сейчас мир поменялся. Я обязательно дам свою экспертную оценку для того, чтобы всем в первую очередь было понятно, дорогие друзья, насколько поменялся криптомир и куда сейчас сейчас движется тренд, вообще э, что такое ICO, что такое IEO. И что такое сто и как раз таки на стО мы будем выходить за Buppy Dash, во-первых, фамилия у него такая замечательная. То есть, Dash это такая мощнейшая криптовалюта в прошлом, и сейчас также она на CoinMarket можно найти. Поставьте плюсики, кто знает криптовалюту Dash, и такая, знаете, договорящая фамилия то есть, у юницкого. Это человек, объединяющий небо, то есть Юнит а у Бабпи, как именно у эксперта, и это создатель вообще серьезного телекоммуникационного бизнеса в прошлом. И огромная история на самом деле у этого человека. И те люди, которые связали даже Анатолия Эдуардовича с командой Баппи. Потом они так или иначе уже меньше стали оказывать влияние на развитие событий в Арабских Эмиратах. И Анатолий Эдуардович сейчас с Баппи Дэш совместно формирует. Естественно, Анатолий Эдуардович зайдет эту стратегию, но Баппи уже как человек с огромным опытом таких политических, экономических игр на мировом уровне корректирует этот вектор, иногда даже его видоизменяет. И когда были первые визиты, невозможно было поверить на самом деле, что это дойдет до такого сотрудничества. И э, вы видите господина Хусейна: э, это именно человек, который имеет прямое отношение к американскому университету при Шарже, э, и Артура, помощника Анатолия Эдуардовича, неизменного переводчика Юницкого. А вы все прекрасно знаете, что э, часто очень серьезное влияние и очень серьезную опасность испокон веков представляли именно переводчики. И если говорить за Артура, то Анатолий Эдуардович, видимо, неспроста его выбрал после тех людей, которые меняли людей, которые находились рядом с генеральным конструктором. Ну и также вы понимаете, что нужно концентрировать внимание, нужно помнить определенные вещи. Артур это все также выполняет для Юницкого. И вот эти все люди, они сделали замечательный спич, если на английский формат говорить. Я с нетерпением ожидал вообще стилистики, как будет говорить Баппи. И несмотря на то, что он говорил, что в принципе не публичный спикер, выступил, на мой взгляд, просто блестяще в логике про-западной в лучших традициях презентации. То есть он говорил очень просто, был показан ролик, что да, действительно, наша планета сейчас умирает, и сейчас очень много технологий развиваются, их нужно объединять между собой. И он говорил о такой серьезной проблеме, как единение человечества во имя общей цели, стратегия финансирования и поддержки программы ЭКОМИР. И поэтому я могу сказать: вот сейчас вот все видят кошелек на MetaMask и так далее. Неизвестно, куда заведет технологический прогресс и прогресс непосредственно блокчейн направления Skyway, где же у нас будет кошелек. И я думаю, что это будет в логике современнейших трендов и в логике тех, что задают сегодня все страны мира, не затрагивая, конечно же, личность человека. И я могу сказать, что это огромная честь на самом деле. Лично для меня присутствовать на этом мероприятии я э, очень много конспектировал. Сейчас пока я не буду с вами делиться информацией э, с этого саммита, с этого форума, с этой мощнейшей конференции. И в следующем году пройдет следующая конференция э, уже также, я думаю, летом. 21 июня было это событие, вторая международная научно-техническая конференция «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы, идеи и проекты». Следующие конференции, возможно, будут уже не просто проблемы, идеи и проекты, а их решения. И самое главное решение, Юницкий уже нам представил, кто жил в те времена, меня тогда только, можно сказать, водили за ручку, то есть это 1988 год, и это как раз-таки первая конференция по неракетному освоению космоса, на которой также присутствовали многие люди с различных стран. Здесь были люди с Перу, Словакии, Молдовии, России, естественно, естественно, Арабские Эмираты, естественно, Индия и многие другие страны. Я думаю, что следующая конференция станет еще более интернациональной. И господин Хусейн говорил о уже особенностях международного бизнес-сотрудничества в рамках программы Spaceway. И честно признался, что да, Арабские Эмираты смотрят в логику освоения Марса, потому что. Арабские Эмираты, я хочу, чтобы каждый из нас с вами понимал, что каждое государство – это такой большой бизнес. И, конечно же, задача у государства – расти личностно и давать прибыль, благо, состояние своим гражданам. И ни для кого не секрет, что к 2020 году будет мощнейшая выставка Экспо 2020, и за это право принимать международные интернациональные делегации боролись многие города и страны мира и выиграли Арабские Эмираты. Поэтому я абсолютно э, понимаю руководство Арабских Эмиратов, что сейчас концентрируется наибольшее количество современных технологий будущего. И вообще реализуется целый город будущего между Дубай и Абу-Даби. Это дистрикт 2020, если не ошибаюсь я по названию. Это гигантские проекты, то есть, естественно, дистрикт там более 40 миллиардов, опять же, если не ошибаюсь, по цифрам, было выделено только на строительство и в проектирование. И представьте, что является вообще песчинкой в, во всей почве, всей земли, просто капли воды в океане. Наш проект, который на сегодняшний день анонсирован и уже опубликован в СМИ, 15 километров с 21 станции. Конечно же, проектов намного больше, дорогие друзья. И э, это только верхушка айсберга. И я неспроста говорю про вот этот весь космос, потому что в конце презентации вы поймете. Только на одной картинке. Я рекомендую всем заинскринить эту картинку. Просто вырежите и сохраните ее на свой телефон, потому что в одной картинке, на мой взгляд, заключается вся стратегия на 5, 10, 15, 20 и даже 50 лет вперед. И этого нет ни одной корпорации мира. Михаил Орлов также присутствовал на этой конференции с докладом и поведал нам именно такие вот нюансы и новинки по теории решения изобретательских задач. И чтобы понять путь Юницкого, его тернистый путь, его сложный путь, достаточно взглянуть на эту фотографию и на фон. То есть это технология, это труд, научный труд. И это новая система финансирования, в данном случае краудинвестинг, в котором мы участвуем. И вот по этой фотографии все видно и понятно. Если говорить про то, что нас ждет, и, коллеги, поверьте мне на слово, это также очень-очень важно, потому что Евгений Петров был в одном из своих самых таких интересных для меня амплуа, и это амплуа ему подходит. Он, как политолог с, тру с, с трибуны, вещал про социально-политическую основу реализации программы Spaceway. И обязательно ознакомьтесь с материалами. Они появятся на их языках. Все доклады. Всех участников конференции, я думаю, что даже, возможно, кто-то из вас захочет, возможно, те, кто с Екатеринбурга готовили дипломные проекты, что-то уже будет научное готовить на третью международную научно-техническую конференцию по безракетной индустриализации ближнего космоса в логике программы Spaceway и каждый молодой ученый может здесь получить действительно такой вот социальный лифт. Но в чем я несомненно сейчас уверен, это в той команде, которая двигает проект Skyway и компанию Skyway Technologies companies потому что участвовали все молодые ребята, которые уже развивают многие направления, являются руководителями, либо инженерами, либо проектировщиками, дизайнерами в различных КБ. И когда вот такие молодые умы говорят об индустриализации космоса, и вот то, что касается нижнего направления, биосферный эко-космодом, возможно, мы его даже в ближайшее будущее сможем наблюдать после того, как будут закрыты 15 этапов, потому что это мощнейшее и интереснейшее направление и самое главное, несущее огромную прибыль. Первые, кстати, эко-дома уже построены, и я с нетерпением ожидаю первый эко-дом с садом внутри. Я надеюсь, что мы с Евгением Кудряшовым как раз таки сможем поприсутствовать, пожить и не ехать в отель, а именно насладиться вот этим проектированием и творением, воплощением в жизнь в логике сохранения биосферы и в логике экомира и пожить в этом доме. Это прототипы прототипов прототипов то, что будет у нас в линейных городах. И это только начало. Но в логике современной архитектуры и того, что я успел повидать уже за историю путешествий, по странам это могут все лицезреть, когда я запущу свой видеоблог, потому что уже более 15 выпусков, и я все это дело снимаю. И вы понимаете, зачем я это буду делать. Для того, чтобы популяризировать нашу технологию, показывать лайфстайл, одновременно показывать, насколько безграничные грани перемещения лидеров по планете Земля для развития проекта Skyway. И я хотел бы, друзья, еще щепоточку космоса, но очень важно то, что мировой кинематограф на самом деле уже освещал тему ближнего, освоения ближнего космоса. Я еще чуть-чуть остановлюсь на Илоне Маске с Джеффом с Безосом чуть попозже, но вверху вы видите на самом деле, поднимите руку, поставьте плюсик, кто смотрел фильм... Элизиум. И слоган этого фильма, один из слоганов трейлера «Рай не на земле». И там показывается такая, такое антиутопичное будущее. Вот вверху вы видите кадры из фильма. Я не знаю, но я не могу не замечать вот такие нюансы. Я сразу сопоставляю аналогию и не имею права не дать вам эту аналогию, потому что это показывает визионерство Юницкого и решение, задач ближайшего будущего, которые уже показывает мировой кинематограф, но не в логике сохранения именно каких-то космических поселений, создания космических поселений для элит, а для миллионов и потом миллиардов даже людей. Ну и как Анатолий Эдуардович всегда повторяет, на самом деле планета Земля это наш дом и нам нужно... Сохранять наш дом и экономить, создавать ресурсы, а общепланетарное транспортное средство как раз таки сможет сделать безграничными эти ресурсы. И профессор университета Центральной Флориды Фил Мецгер говорит о том, он кстати создатель так называемого двигателя для вечного исследования космоса, который работает на водороде. Что, когда цивилизация выйдет за пределы космоса, за, за пределы Земли, извиняюсь, в Солнечной системе, будут налажены производства. Это его слова, слова Юницкого, масштабы которого сейчас и невозможно представить, и в миллиард раз это превысит техносферу и производство вообще современной промышленности на планете Земля. Но ключевой вопрос – это скорость и время. То есть станет ли производство вещей, это аналогия с интернетом вещей, на, на самом деле э, за пределами Земли экономически выгодным и целесообразным и достаточно быстрым и выгодным для того, чтобы перенести фабрики с планеты и предотвратить весь ущерб на планете Земля. Без общепланетарного транспортного средства это просто невозможно. Общепланетарное транспортное средство невозможно реализовать без программы Skyway. Без э, самого легкого вида подвижного состава, который нам объявил Михаил Кириченко, я думаю, что, возможно, 17 августа мы даже увидим этот э, вид подвижного состава. Это все цепь взаимосвязей и это все стратегия во имя Ускорение метаболизма всей планеты Земля и вывода всего вредного за пределы Земли. И во имя сохранения биосферы и улучшения каждого живущего отдельно индивида на планете Земля. И этой миссии не ставит ни одна корпорация. И на этом слайде вы видите вверху. Это элизиум внизу, это визуализации уже представления, конкретные техно технические расчеты. И то, что свизуализировано уже наполовину рассчитано на самом деле в недрах КБ как факультатив. Потому что, конечно же, сейчас невозможно говорить о таком стремительном развитии. Но что выберете вы? Друзья, это просто молчаливая картинка, но она настолько показывает. Вот Лос-Анджелес расположен сверху, и наши линейные города расположены снизу. Поставьте минус, если я зря эту тему затронул. Если это вдруг вода, и это если не затронуло вас и не затронет тех многих, кто будут смотреть далее наш вебинар, потому что это идеология, и без идеологии невозможно развивать ни одну корпорацию. В мире и к этому сейчас приходят и Джефф Безос и Илон Маск, и они сейчас стараются выстраивать идеологию уже после коммерциализации. Я отметил даже зеленым квадратиком то, что бабочка примерно 15 минут вообще порхала, сидела, чуть ли не садилась на микрофон Анатолию Эдуардовичу, но она оценила вот это вот направление космодомов и направление общепланетарного транспортного средства. А Илон Маск и Джефф Безос на сегодняшний день находятся в конкуренции. Нам это, конечно же, на руку. Пусть воюют между собой и пусть соревнуются, куда же кто полетит на Луну, либо на Марс. И на самом деле Сейчас уже можно сказать, что началось освоение ожерельем спутников, но, как вы понимаете, спутники доставляются с помощью ракет, а только один запуск ракеты формирует позоновую дыру размером в Францию. Представьте, если ракеты будут запускаться десятки, сотни, что останется от нашего озонного слоя? И вообще, каким образом это повлияет на нашу жизнь? так было сказано, я думаю, что Антон Эдуардович даже не, предсказал, не мог предположить, но предсказал то, что нам необходимо будет создать международную научно-социальную организацию, которая будет уже создана для обеспечения устойчивого развития биосферы. И а, с сожительства, так скажем, с эволюции человека и природы. И эта организация планируется к регистрации в США, и также планируется, что она станет экспертом по глобальной экологии в логике вообще мирового развития. И что вы думаете уже. 21 июня прошла конференция, и 2 июля мы увидели новости, что Skyway назван в числе экспертов ООН по программе устойчивого развития. Программа 25 плюс 5, и мы были включены в совет и в список документов, который будет продемонстрирован также на Всемирном экономическом форуме. И многие сильные мира сего увидят то, что Юницкий представляет человечеству. Это также, я думаю, что либо включает, либо нет. Так же, как в Арабских Эмиратах, наверху Твиттера как-то разместили на время проведения Всемирного правительственного саммита в Дубае картинку о технологии Skyway. И это показывает уважение и то, что уже мировая научная общественность принимает технологии Skyway. Вы видите, что наряду с некоторыми компаниями по созданию альтернативных источников энергии и очищенной воды, Skyway занимает также место в списке компаний-партнеров этой программы. И я могу сказать, что это все происходит очень синхронно. Я буду сокращать время своих вебинаров, так, так что не хотелось бы лить воды. Я еще раз благодарю Михаила Кириченко за то, что дает именно такой сухой остаток, но очень вкусный остаток новостей. Все обязательно смотрите, ссылку сбросьте те, кто, у кого есть под рукой этих новостей, потому что это наш ресурс непосредственно от головной компании. И что касается ресурсов от головной компании, много освещений. Есть буквально сегодня вышла новость по ответам на часто задаваемые вопросы по блокчейн-платформе Skyway. И я хотел бы не повторять, не дублировать ни в коем случае эти ответы, потому что вы все прекрасно прочитаете это все. А сказать вообще, насколько поменялся мир блокчейн и криптовалюты, насколько вперед сейчас шагнули фундаментальные блокчейн экономики и фундаментальные блокчейн токены, которые в будущем станут криптовалютами. Во-первых, давайте посмотрим назад и вернемся в 2017-2018 год. И вернемся еще дальше, когда было сформировано первое DAO, на основе Эфириума, когда Эфириум развивался, развивался и DAO — это децентрализованная автономная организация, которая впервые в мире, впервые в мире криптовалют была призвана собирать инвестиции в виде Эфириума и направлять их на развитие блокчейн-инфраструктуры. DAO было взломано и курс Эфира резко упал вниз. После этого произошел первый Первое разделение цепи эфира и появился эфир Classic. После этого появились такие технологии, как BitShares. И на основе BitShares мы ранее реализовывали блокчейн направления. И сейчас вы видите такие направления, как EOS. То есть это уже преобразование BitShares в более серьезное количество транзакций и более серьезный алгоритм консенсуса. Тут, извините уж, по-другому никак не заменить этот термин. То есть, хорошо, алгоритм договоренности между теми людьми, которые создают блоки внутри блокчейн-системы. И 2017-2018 год – это был год ICO. Мы могли на него успеть теоретически, но все, что не делается, то делается к лучшему. Абсолютно также я могу привести сравнение, как нас погнали, допустим, с Литвы. И с течением времени так получилось исторически, что деньги у нас находились, вообще арестованные деньги находились в запертом сейфе, но который нас чуть-чуть обогатил, принес прибыль компании в будущем, так как курс евро вырос. И э, я могу сказать, что рынок ICO, он был очень сильно перегрет. И формировалось настолько много пузырей, которые лопнули после падения в феврале, поверьте мне на слово, на, на своем примере ощутил это падение, потому что я блокчейн-энтузиаст и я люблю эту сферу. И э, я видел и понимал, что далеко не все слабые, либо развивающиеся направления выживут. Многие из них сейчас так и остались либо скамами, либо теми проектами, даже интересными проектами, но которые сейчас не могут подняться в виде роста курса цены токена. Потому что обвал биткоина обвалил все токены. И рынок ICO пошел на спад. Я говорю это очень вкратце, чтобы вы тоже немножко стали следующими в этой тематике, в этом направлении, к чему мы подходим и насколько вовремя развивается в трендах компания Skyway. И Антон Эдуардович это все видит и корректирует. Далее у нас в рынке криптовалют и в криптомире появилось такое направление, как IEO. То есть, если ICO – это Initial Coin Offering, то есть первичное размещение монеты, то Initial Exchange Offering, IEO – это первичное размещение на бирже токена либо монеты. И в этом направлении я вижу потенциальные огромные прибыли, но огромную спекуляцию биржами и очень маленькую очень маленькую долю можно получить в токенах, даже если вы готовы инвестировать там, 100 тысяч долларов. Биржи не дадут вам этого делать, потому что там появились логики лотереи и так далее. Очень маленькие, если говорить экономическим термином аллокации появились. И это приблизило крипто направление к логике даже IPO. Когда вы инвестируете в IPO, но размещают не все количество денег, которое вы подали на инвестицию. А в худшем случае, когда это плохая акция, вам могут одобрить вообще 80% вы будете в убытке. В лучшем случае одобрят 10-15%. Представьте, насколько сейчас возможность инвестировать, входить здесь сейчас в проект Skyway. И получать от 100% инвестиций 100% долей, да еще по такому классному, бросовому, я бы сказал, дисконту. Еще раз повторюсь, когда будет IPO, и IPO компании Skyway также не исключение, вы инвестируя 10 тысяч долларов не сможете разместить все 10 тысяч долларов инвестиций. Это очень важный момент для того, чтобы понимать, насколько важна ценность сегодня инвестиций. И сегодня мы находимся, на мой взгляд, в таком этапе лок на несколько лет. Если в IPO лок-ап, то есть период невозможности продажи ваших активов 3 месяца пользуйтесь этой возможностью, взвешивайте за и против и вернемся к блокчейн направлению. То есть я как сказал, первичное размещение на биржах следовало за собой серьезную спекуляцию на рынках и зарабатывали и зарабатывают на самом деле биржи и лидеры мнений. И те люди, которые, допустим, покупают и следуют манипуляциям лидеров мнений, бирж, могут заработать, но потом все равно токен падает. Конечно, там космические прибыли, тысячи процентов, но это еще более манипулятивный рынок получился. И сейчас уже плотно входит в обиход криптовалютной экономики СТО. То есть это Security Token Offering. И это уже размещение, это размещение цифрового актива в виде токена. Это аналог акции в виде цифрового актива. Если в ICO нам необходимо было показывать применение экономики, что мы и делали в принципе до июля 2018 года. Была подготовлена достаточно серьезная экономика, то в СТО как раз таки основной момент и основную ценность несет себя экономика и будущая капитализация проектов, которые несет направление, которое развивается на СТО. То есть простым языком, если говорить, то сегодня, так как Skyway выходит на СТО, ценность будет нести как раз-таки именно прибыль и будущее, будущий экономический эффект, капитализация от проектов, которые будут описаны в белой бумаге. То есть нет необходимости на самом деле описывать экономику. Да, это хорошее дополнение, но тут уже вопрос договоренности на самом деле на высшем уровне. Потому что вы можете даже посмотреть, как рос Дубай Коин, и там были договоренности, я не знаю, фейковые или нет, но я наблюдал, как огромное количество людей покупали этот коин. И этот коин не был ничем подкреплен, просто какими-то эфемерными программами развития. Вы видите, что на сегодняшний день в арабском мире... Сейчас получено лидерство вообще по рынку ICO и по будущему рынку СТО. И я могу сказать, что вообще можно даже привести такой пример, если сейчас параллельно найду... Данные э, на своей странице в фейсбуке я это сегодня размещал. Вообще все, что размещаю в социальных сетях, это то, о чем я думаю. И э, как-то опосредованно это можно наложить на эко-мир, потому что Бинова я это не размещаю. И э, вот, к примеру, э, было СТО, Bolton Coins размещали, они подняли 67 миллионов долларов. И если посмотреть на белую бумагу Bolton Coin, то вы там мало найдете на самом деле про освещение непосредственно технологии цифрового, цифрового банка, который, о котором они говорили. Но они собрали почти всю сумму, и белая бумага, видимо, устроила инвесторов. Я Продолжая с нетерпением ожидать белую бумагу нашу, и э, мы, я думаю, что увидим как раз те направления, которые осветил Евгений, это один из э, лидеров блокчейн направления Skyway. И он выступал на второй конференции по безракетной индустриализации космоса. И он сказал такую важную вещь, которую хотелось бы вам также транслировать. В чем будет ценность и основная экономика токена? Первая ценность это то, что это цифровой жетон. То есть, по сути. Представьте, я привожу цитаты всего лишь Евгения, но это важно, чтобы вы поняли, проводили аналогию между современными методами расчета. Представьте, что в метро собираются жетоны и каким образом считается прибыльность вообще ветки метро либо всей компании например московского метрополитена собираются эти все жетоны считается э, полная сумма э, стоимость отдельного жетона бухгалтерия работает огромное количество людей и потом с этих же жетонов нужно выплатить зарплату какие-то расходы э, возвратить долги и это все бухгалтерия по сути, блокчейн-технология это Distributed Ledger Technology, то есть DLT. И тут как раз-таки в первую очередь идет речь о бухгалтерии. То есть это позволит автоматически производить все расчеты, взаиморасчеты внутри сети Transnet. И более того, даже каждый человек, который в будущем будет, будет инвестировать в отдельно взятую опору, либо проект, он, проезжая возле этой опоры, будет получать вознаграждение от системы, как декларирует э, Евгений. И я думаю, что это согласовано с Анатолием Эдуардовичем. То есть, это не от себя, тина, эта информация э, действительно э, была озвучена. И представьте, когда это будет все реализовано, насколько это классно! И когда это будет реализовано правильно и корректно э, в логике блокчейн-технологий то SVG токен просто бурный рост и взрыв популярности и соответственно рост курса я лично не обменял акции доли на токены потому что я говорил что буду дождаться белую бумагу я ее не дождался для чего я это сделал для того чтобы парировать в аргументации далее с криптокорифеями и в данном случае я им буду аргументировать, почему я этого не сделал, ну и также какую перспективу представляет SVG токен. Но и когда эти времена настанут, что я смогу парировать, я тоже не знаю. Потому что на самом деле, возможно, я дурак. А те люди, которые вслепую без белой бумаги обменяли, визионеры и те люди, которые я рекомендовал всегда менять тем, у которых больше миллиона долей, потому что 100 тысяч долей от миллиона ⁇ это серьезная такая сумма минуса. И многие прислушались к этому совету, кто-то не прислушался, но возможно даже, что очень серьезное опережение роста будет по сравнению с тем, когда это все выйдет на биржу. Я приведу вам просто пример и расчет, интересный очень расчет, ну, мне он показался наиболее таким правильным. Просто прочитайте его, это был комментарий, я смотрю, отслеживаю комментарии по мере возможности, по своей загрузке, стараюсь все. И вот этот комментарий как раз-таки ответа, что же было обменено и что же мы на самом деле покупали, меняли. И вернемся к тому, что сейчас происходит в рынке СТО. А теперь самое интересное. А теперь самое такое опасное, я бы сказал. Вы все понимаете, что сделали ТОН, Telegram Open Network. И сейчас они даже отказываются от публичного размещения. И я не исключаю того факта, что в ноябре, теоретически возможно потенциально, им придется вернуть все деньги инвесторам. А это серьезная достаточно сумма, то есть в зависимости от курса биткоина это от 700 до больше миллиарда долларов. И на рынке появилась информация о криптовалюте Facebook Libra. Они позиционируют как именно стебл коин. Что такое стебл коин? Это коин, приравненный к стоимости доллара. То есть вариация идет минимальная. Там, вообще в сотых процента, например, как Tether USD и так далее, как BitShares USD. То есть это все привязано к курсу доллара. И какие огромные нападки пошли на Марка Цукерберга? Учитывая то, что он раскрывал данные пользователя, учитывая то, что данные Facebook использовались в выборах Трампа и многое-многое другое. И я вижу, как просто э, атакуют Ило, и, э, Илона Маска э, свой сейчас э, Марсовой экспансии после его курения в прямом эфире, и Джеффа Безоса э, с его лунной экспансии э, и Facebook сейчас с их э, э, криптокоином Libra и лучше идти позади после того, как атаки на себя примут те компании, которые захотели быть спереди, и с неготовым продуктом, причем экономика Facebook, ну представьте, 1 миллион долларов нужно, чтобы поднять ноду. То, то есть, чтобы начать создавать блоки для поддержания сети. Это серьезный такой аргумент для того, чтобы обычные люди расстроились, обычные пользователи, обычные программисты. И на мой взгляд, блокчейн-платформа Skyway будет объединять в будущем тех криптоэнтузиастов, тех технических специалистов, программистов, как когда-то создавался интернет. Интернет не был создан на основе одного протокола. Интернет не был создан одной командой. Его создали десятки, а потом сотни команд. И даже HTTPS протокол, как мы сейчас удобные, красивые сайты, видим, листаем, это тоже делали десятки команд. И я могу сказать, что несмотря на то, что да, сейчас на ERC20 находится в сети Эфириума токен блокчейн-платформы SkyWay, и это можно увидеть, проследить, то есть ссылка на эмиссию, ссылка на то, как создавался токен, это тоже абсолютно открытая информация, те, кто разбирается в блокчейн-направлении, могут это увидеть в эсплореры, и все абсолютно прозрачно. Я могу привести ряд проектов, которые даже с другого блокчейна переходили на совершенно иные блокчейны. Например, с NEO на EOS. Это два совершенно разных блокчейна. Поэтому поверьте мне на слово, что с ERC-20 можно будет перейти куда угодно. И STO дает нам свободу действий, запас времени не для того, чтобы хватать мешки, что вокзал отходит и бежать быстрее. Быстрее делаем СТО, а для того чтобы подумать, посмотреть на опыт а ведь за Facebook Libra, извините, центральный э, Центробанк Китая заявил о том, что он будет делать э, свой стеблкоин и выпускать СТО, э, блокчейн. Платформа э, это фундаментальный, один из фундаментальных э, на мой взгляд, блокчейнов Тезас. И на них нападки как раз то, что они никак не могут спекулировать и никак не могут соприкасаться с биржами, поэтому их до сих пор не разместили. И они также делают первые шаги в рамках заключения договора на СТО на 1 миллиард долларов в сфере ритейла и недвижимости, кстати, на минуточку, с дубайской компанией и латиноамериканским банком. Поэтому эта эпоха начинается, и да, на такую серьезную сумму будет планироваться СТО Skyway, но именно логика СТО дает нам ощущение и понимание, что сейчас будут привлекаться инвестиции. И не раз говорили, что в начале будет блокчейн направление. После тех счастливчиков и тех, кто обменяли доли на токены, я повторюсь, что я не менял. И я никому никогда врать и обманывать не буду. Что вот, будут говорить, что Суходоев, допустим, поменял и никому не сказал. Нет, друзья, я не менял. И свою аргументацию будущего парирования я также сказал. Кстати, поставьте плюсики, кому эта аргументация в мире криптоэнтузиастов, в мире криптолидеров мнения кажется разумной. Интересно послушать ваше мнение. И далее. Когда будет уже развиваться тот или иной адресный проект, уже будут участвовать другие блокчейн направления и другие фундаментальные именно блокчейны. Из них я могу назвать один из тех, которые я вижу, наблюдаю, это оракулы через смарт-контракты. И замечательно то, что используется технология Keeper. Это открытый смарт-контракт, который надо было еще встроить в личный кабинет. То есть это уже показывает некую компетенцию тех подрядчиков, которые это все делают. Не просто так, что на словах заморозили. То есть это смарт-контракт Кипер и умные контракты это малое только того, что нужно будет создать для взаимодействия внутри сети транснет с внешним миром. На мой взгляд, нужно будет законтачить. И как раз-таки эти компании только-только сейчас начинают развиваться и в 2019 году вполне возможно, что мы установим с ними сотрудничество. Это оракулы. И это мост между внешними данными. То есть, к примеру, представьте, сколько градусов сейчас за окном. Мы не можем взять эти данные и перенести блокчейн. Потому что это данные нашего мира. И они на текстовом языке, они в табличках, они не в виде кода. Их невозможно преобразовать в смарт-контракт и совершить какое-то подтверждение транзакции действия. И оракулы решают эту проблему. Более того, что приятно особенно для нас, оракулы развиваются как раз в транспортной индустрии. И аэропорта Шриполь было создано первое применение Поэтому сейчас наша задача не для того, чтобы создать на данной стадии развития именно ICO, потом IEO, сейчас вот стремительно развивается СТО, я не исключаю, что на больше чем 50 миллиардов долларов может быть развит рынок СТО в этом году, если на 1 миллиард развиваются одни, на несколько миллиардов заявляемся мы. И это как раз таки то будущее, которое говорит сегодня, что договоритесь с крупными институциональными инвесторами, наладите комьюнити с ними, и потом уже идите в мир блокчейна, и многие команды вам помогут. Это мое обоснование того, что сейчас было запущено. И, на мой взгляд, это верное решение, потому что сейчас, во-первых, огромная опасность. И я также чувствовал эту опасность, когда делает какой-то один архитектор. И представьте, будет запущена основная сеть, уже не тест-нет, даже а нет И несмотря на то, что ключи находится у Юницкого, еще у доверенных лиц, и также имел отношение не просто сторонний подрядчик, которого координирует архитектор, который гениальный. И это уязвимость на самом деле. Это как э, мой любимый фильм Геошторм, что всякое благо может быть направлено на оружие. Поэтому здесь э, самое главное безопасность э, и э, сумей создать калькулятор перед тем, как ты создаешь... Э, Мощный персональный компьютер говорил мне когда-то Анатолий Эдуардович Юницкий. Поэтому, друзья, вот такое мое размышление по поводу блокчейн платформы. Я отвечу на ваши вопросы в конце вебинара и хотел бы также подытожить тем, что сейчас развивается в Шарже, и сказать вообще насчет того, кто-то писал в комментариях, мне писал до, до сих пор. Пишут, вот перенесли сроки открытия нулевого километра. Друзья, вы знаете, что 6 июля был день рождения у э, правителя Шаржи. Вы знаете, что произошло трагическое происшествие вообще в жизни правителя Шаржи. Э, погиб его второй сын. И э, я думаю, что вы понимаете, если бы... По договоренности к дню рождения правителя шаржа необходимо было бы открыть нулевой километр, либо создать вообще полностью 400 метров и сделать торжественное открытие. Что нам показывает практика? Мужик сказал, мужик сделал. И тогда это было бы уже открыто, открыто и запущено. И только по той причине, что это общие договоренности, это согласование в логике общего расписания правителя шаржи и вообще всех тех событий, которые мы с вами не видим и не замечаем, этот срок смещается. И я лично на самом деле рад, что лучше все максимально еще четко будет подготовлено, потому что даже когда э, был показан юнибайк э, через 3-4 месяца на инотрансе, конечно же, его нельзя было ставить сразу на трассу. То есть были различные детские болезни. И слава богу, у нас эти детские болезни все можно лечить и исключать, так как у нас есть, э, я его именую гаражом Джобса, э, но ну, это гараж э, наш с вами, то есть стартаперский, это экотехнопарк. Это именно такой вот научно-исследовательский центр, но черновой, где можно испытывать, где можно модифицировать и где можно создавать новые виды трасс, которые уже на чистовую будут применяться в связанных проектах и в таких мощных финансируемых, кстати, на минуточку за наш счет в явлениях, как 100, 200, 100 метров. В Шарже при американском университете университета Шаржи в логике научного мирового инновационного центра Skyway и в этом причина на самом деле то что все смещается по общей договоренности и я могу сказать что вообще то что сейчас происходит и в новостях можно это отслеживать к примеру, с теми технологиями, которые не являются для нас конкурентами, потому что у нас конкурентов нет. Это игра именно перед Экспо 2020. Но так же, как после падения биткоина в феврале 2018 года, мы узнаем, а кто же останется на плаву и какую же технологию все-таки будет массово реализовывать правительство Арабских Эмиратов, покажет время и покажет принцип, кто прав, кто виноват. Мужик сказал, мужик сделал ли той или иной компании. Это мы с вами увидим, дорогие друзья. И я могу сказать, что 17 августа я с нетерпением ожидаю прокатиться в новом для себя виде подвижного состава, в котором я не ездил. И я могу сказать, что этот Экофест, на мой взгляд, паразит еще больше, чем предыдущие. Я больше чем уверен, что будет большее количество людей, тех, кто еще не посетили экофесты предыдущие. Бронируйте отели заранее, смотрите расписание. И вот этот слайд я не могу, к сожалению, ввести в систему автоматизированных будущих вебинаров. Но для вас я его покажу и обосную, что вот здесь Skyway меняется, имеется в виду как рынок транспорта над землей. И это новейший, мощнейший тренд, как когда-то зарождались смартфоны, как когда-то зарождалась мобильная связь, IT, микропроцессорная техника. Это весь рынок над землей. И цифра может варьироваться, пускай 50 триллионов, пускай 70 триллионов. Но тренд времени он будет диктовать то, что невозможно на сегодняшний день мириться с теми транспортными коллизиями, которые мы получаем и с той экологической катастрофой, которая уже видимо и на нас с вами надвигается, об этом позиционируют эксперты ООН. Кто желает, может на моей страничке ВКонтакте посмотреть то, что я размещал. И я могу привести пример того, с чем столкнулся лично я. Я чуть не опоздал на замечательнейшую конференцию, более 80 человек присутствовали в Казахстане, в Алматы. Я думаю, что это мощнейший толчок. Следующая конференция не менее 350-400 человек, и это будет платная конференция в Казахстане, в Алматы. Но я чуть не опоздал на свой рейс. Просто из-за того, что, извините, в Шереметьево задержали багаж на полтора часа на полтора часа задержали багаж и более 10 рейсов задержались по каким-то причинам. И после того, как я прилетел, я уже узнал, что в Боинг ударила молния, который должен был совершить чартер буквально через несколько часов. Он присоединился в моем родном городе Челябинске. Слава богу, Боинг это не суперджет. И все произошло благополучно, с успешным исходом. Но потом Боинг где-то сутки не взлетал так как нужно было доставить деталь с Екатеринбурга. Это те транспортные коллизии, с которыми мы с вами сталкиваемся. Это та нематериальная мотивация, которая побуждает все больше и большее количество людей присоединяться к проекту Skyway. И это та мотивация, которая толкнула людей еще в гостинице университетской принять решение и инвестировать в проект Skyway. Ну а что потом? Я вам обещал перед началом вебинара, в начале вебинара. Вот эта картинка, просто вырежьте и ставьте. Она показывает всю стратегию развития, всю абсолютно стратегию развития на 10, 15, 20 и 50 лет вперед проекта Skyway. И посмотрите, где находится струнный транспорт, именно транспорт над землей. В самом низу. И потом... Это, я даже не представляю, какая капитализация с учетом того, что э, сколько экономический эффект может привнести общепланетарное транспортное средство. Но общепланетарное транспортное средство невозможно создать, если мы с вами не закроем на сегодняшний день 15 этапов. Да, партнерский фонд обещает, что возможно э, с помощью св своих... Э, Личных каких-то программ, ä, которые не имеют отношения к Skyway, будут закрыты. Честь и хвала, если так произойдет, но это не исключает нашей с вами ответственности каждого из нас с вами за свои инвестиции постараться и приглашать все больше и больше хотя бы на мой вебинар каждую среду следующий вебинар состо состоится 24 июля по расписанию я думаю и получать долю в компании которая навсегда изменит индустрию транспорта Благодарю за внимание, друзья. С вами Алексей Суходоев. Андрей Камаскин пока что делает паузу. И, возможно, мы не будем с ним проводить, потому что не каждый выдержит той информации и генерации именно нового контента, который мы накладываем из современного мира на эко-мир Skyway. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. А теперь вопросы, друзья. Ну, пожалуйста, конкретные, не абстрактные. Коллеги, вопросы. Почему цена токена занижена в 10 раз? Еще раз я сбрасываю вот этот комментарий. И внимательно его прочитайте, занижена ли она в 10 раз. И, кстати, сразу хотелось бы сказать, что некоторая информация на вебинаре Максима Ведро была предоставлена некорректно, за что Максим извинился в социальных сетях, поэтому не опирайтесь на этот вебинар. Алексей, почему вы критикуете Свика и Хавратова? Я не увидел критики на сегодняшнем вебинаре. Это наш партнерский фонд, да, мы конкуренты, но мы идем к одной цели. И если это нужно, будем вести внутренние дискуссии, внутренние переговоры. когда будет обратный выкуп для пенсионеров. Обещали. Это все касается инициативы головной компании. Экодом в Экотехнопарке строится. Первый экодом с садом внутри уже готов. Я его видел. И, как я сказал, это прототип прототипов прототипов того, что у нас будет в линейном городе. Марина это говорит, Алексей, те, кто инвестировал в 2014 году, уже 5 лет, ждут хоть какой-то отдать. Что мне им говорить? Многие поменяли акции на токены с этой целью. Нужно менять что-либо на что-либо, только с осознанным решением. И в моем случае я ожидал документацию. Если спикер говорил дезинформацию, планирует ли компания делать вообще либо какие-либо перерасчеты? Алекс, вы имеете в виду Максима Выдра? Напишите, пожалуйста, либо да, либо нет. Головная компания будет давать только объективную информацию и расчеты. Все, что касается экономики, все, что касается крипто направления, это исходит только от головной компании. Я могу вам формировать картину мира. То, что сейчас происходит в блокчейнах, в криптовалютах, но конкретику именно той разработки, которая ведется после июня 2018 года, я к этому доступа, к сожалению, не имею. Когда будет возможность покупать токены? эта возможность будет уже после крупных инвесторов, как было продекларировано ранее. Если что-то поменяется вдруг, нас обязательно оповестят. Но сейчас готовится стратегия именно для входа с белого чистого листа крупных институциональных инвесторов и для того, чтобы нас смотрели, как сегодня смотрят на Безоса, на Маска, на Брэнсона и многих-многих других миллиардерах сегодняшнего мира. Сколько километров построили в Шарже и сколько планируют? 400 метров сейчас заканчивают. Вопрос. Будут ли создавать, создаваться новые виды токенов Skyway или они станут единственными, их количество в дальнейшем увеличено не будет? Я могу сказать по опыту многих проектов. Вначале всегда генерируется ERC-20 токен для того, чтобы зафиксировать эмиссию, зафиксировать количество токенов. И далее уже происходит разработка. Повторюсь, с ERC20 токен можно в наше время, при желании, при корректных правильных действиях перейти на какой угодно блокчейн. Так, вот тут Наталья не, не унимается, к сожалению. Да, я отвечу по поводу реферальных бонусов со Свига. Я получаю минимум сейчас реферальных бонусов, так как Свиг развиваю по минимуму. И одна из причин есть, но я ее не буду озвучивать. Это внутренние наши разговоры. Думаю, обратный выкуп в первую очередь у тех инвесторов, которые вошли в 2014 год и до сих пор постоянно инвестируют. Я хочу сказать, что вообще, когда был разговор с Бапи Дэш, он спрашивал ту сумму, сколько вообще было проинвестировано с учетом партнерской программы. И это говорит о том, что крупные стратегические инвесторы на сегодняшний день задумываются о том, чтобы как можно быстрее выкупить доли компании и уже распоряжаться им самим. Но это же с вами будет решение, продавать или нет. будет ли своя крипта у Skyway помимо токена. Вопрос к разработчикам. Мое мнение будет, так как то, что описывалось Евгением. Тут, понимаете, своя крипта – это достаточно общее понятие. Будет, будут собраны определенные инвестиции при корректной маркетинговой и юридической программе на СТО, и далее можно делать разработку и привлекать международные глобальные хакатоны. У нас есть время до первых адресных проектов. Алексей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, через сколько лет примерно мы будем получать дивиденды? Не могу ответить на этот вопрос, но мое личное предположение лет года через три. При текущем развития и причем я говорю уже про IPO. Меня интересует действительно IPO в логике того, куда я сейчас я погрузился, изучая параллельно с криптовалютным рынком, потому что, на мой взгляд, далеко не по доллару мы будем размещаться на IPO. Как раз таки до доллара теоретически, возможно, потенциально цена может дойти на STO Но на IPO с огромным запасом Анатолий Эдуардович позвучил стоимость. Александр, пожалуйста. Друзья, действительно, сделайте этот скрин. Это наша стратегия в одной картинке. Алексей, будет ли на ваших вебинарах присутствовать модератор, чтобы тролли не раскачивали чат своим негативом? Если надо, введем, но у меня такое, такое видение, что пускай тролли присутствуют, потому что... Это показывает то, что мы интересны и нас атакуют. Но, естественно, мат и так далее мы будем удалять. Кстати, сегодня я забыл включить Вячеслава Колье. Ну что ж, друзья, я начну ваши вопросы. Поставьте по оценке от 1 до 10, насколько вам понравилась информация. И я жду вас на следующих вебинарах. Следующий пройдет 24-го. Мы будем предоставлять отличную информацию от того, что вы слышите в новостях. В этом и заключается суть вебинара. Все самое интересное и актуальное в мире Skyway. Счастливо! Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и...